Добренько. Всем добренько. Добже. Добже. Добренько всем. Здравствуйте. Кажется, что ты его смотришь. Он сказал, что знает тебя и любит твои видосы по железке. Вариант. Слушай внимательно. Делай больше видосов, переедь обратно к бабушке, приглашай Санька, сделай так, чтобы бабушка тебя чаще называла долбабом. Ага, хорошо, спасибо за донат, спасибо за совет. Ага, ага. Так. Помер. Ну ладно. Он опасен. Не, давай лучше сходим сначала в ту комнату. Давай-ка лучше вот в ту комнатку. Оу. О, найс! Блин, fucking shit. Чёртов упырь. Ну-ка, сдохни, тварь. Опять он её куснул. Что ты будешь делать-то, а? Только поправил здоровье, блин, он опять её куснул. Чёртов засрать. Так, понятно, здесь вертолет надо тушить. Чёрт с ним, пошли. Опять она там будет за бачок свой держаться. Лучше б не ходил туда. Блин, всё-таки какая вот жаркая погода сегодня. Вот как ты к жаре относишься? Я её ненавижу, например, а ты? Положите. Ну это как возможно вообще? Положительно к жаре? Да. Сел на велосипед, ты поехал. Ветерочком тебя вдувает. Тебе хорошо. А вот так, если ты на жопе ровно, блядь, сидишь тут, блядь, у тебя плазма тут ебошит, блядь, нахуй, мимо тебя проходишь, как около печки. Конечно, блядь, хуёво будет. Вот если я просто мимо, тут, блядь, расстояние, блядь, 1.5 метра, я прошёл, блядь, не жарко от неё. Потому что горячая. На то она и плазма. Конечно. В той комнате прохладно, здесь жарище будет, хотя окно открыто. Обвешался, блядь, плазму в круг. Мне всего две. И два монитора. Ну и два монитора. И 4 компьютера. Ну и компьютеры, да. Плюс Дуня. Дуня HD, да. А, еще трейсивер, блядь, хуярит там. И все это греет, а дверь закрыта. Угу. Мне кажется, на подходе надо его так сразу убивать. Да! Ты мразь! Ну, я не знаю, как это еще объяснить. Это невозможно. Я даже фильм с ним нормально не могу посмотреть, ну, потому что, ну, это тупо скучно. Это как будто я сам с собой. Я один лучше тогда посмотрю фильм, когда не обсудить ничего. Это все молчит вечно. Все сам на уме. Все эти темы абсолютно разные во всем. Нет, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Не приведи Господь с ним, мне же с ума сошел, блядь, через неделю бы нахрен.
15, 16, 17, 20. Ох, блядь. 21. Чё-то сдаю. Сдаю, сука. О, черт. А ведь начал сдавать, уже давление начало, ебать, сука. Надо рулеточку-то отключать уже. Надо отключать на пятничную лучше ее. О, оставить на игровые только. Ох, черт уж, ебушки-воробушки, ладно. Олег, извини, очки ты потерял из-за меня. Вчера я пришел и порога начал тебя целовать, обнимать и раздевать. Пока дошли до спальни, я сорвал с тебя все, включая очки. Ищи их под кроватью. Целую, твой Дэн. Трас. Ну и что дальше? Так, ну хорошо, я прилетел. Дальше что делаем? Бляха-муха, хрень какая-то полнейшая. Ох уж эти игры на Atari, это реально кобздец, блин. Теперь неудивительно, почему произошел крах видеоигр, блин. Что люди покупали, блин, игры на приставку, думали, сейчас кайфанут, поиграют по красоте, блин. Приходили домой, у них вот эта хрень, блин. Олег, а расскажи, как проверяли реглайнеры на прочность. Ты оказался очень выносливым. Твой фазоинвертер оказался прочнее, чем мой центральный канал. Кстати, ты забыл у меня свои очки, и угадай где. Я поражаюсь, блядь. Опять тебе хрень не надо. Даю. Если кому нужна дизайнерская акустика, знайте. Любой цвет, несколько форматов. Файтинги, файтинги, потом три части, 4-5. Не, ну то, что они записали все металлслаги, большинство, это очень круто, это похвально. Так, и кучу-кучу файтингов. Капитан команда еще есть. Битэмапчик. Потом еще вот этот, потом Панишер, потом... Стал страйкер и всякая хрень пошла, короче. Ну давайте файтинг какой-нибудь для разнообразия. Бах, не знаю, цвет. Ну вот давай вот этот. Энергетик, конечно, бахнуло, как же без него. Ёб твою мать, ни хрена себе. Амузон какой качай. Сейчас, знаете, это как представляю какие-то такие классические американские длинные автомобили, такие 60-х. Кумар такой вот из окна, и вот эта музыка, и афроамериканские такие парни качают так на своих тачках, вот с этой пневмоподвеской, там все дела. Ну, такое, слушайтесь, это кайф, конечно. USA! Блин, ну это гениально, мать твою, это прекрасно. Ты смотри, какой, ох ты какой, ты ж смотри. USA! Ты посмотри, какая игра! Ай, какая игра! Да, блядь, это пиздец, конечно.
Ух, как под дых мне шарахнул-то! Юлот! Так, надо отмудохать этого парня. Ох, вот этого я быстро сейчас выбрал. Сейчас отмудохаем американца. Смотри, как парень! Дорога, батла! Дух, какой удар из-под дыха! Ох ты! Да этого парня хрен отпиздишь, блядь! У меня второго мужика забил! Привет, Олег! Привет, Джимми! Так, ну вот этот парень-то, блин, точно должен справиться! Да, блядь, же нахрен! Да хрен ты его убьёт, пиздец какой-то, нахер! Да идите уже в жопу с такой игрой! Хера себе тут сложность, ебануться может! Да, славная игра. Поиграли в файтинг, называется. Как мы тогда с моим другом? Ладно.